have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами продолжаем тапсить, или даже тапсить, кому как. Поехали сразу в компанию, где у нас там была Adventure. На какой страничке мы остановились? На вот этой, Traffic Jam, дорожная пробка. Очень интересное название. Так, дорожная пробка, это у нас два мамонта. Что уже плохо? Что уже очень плохо, то, что там два мамонта. И еще четыре тачки с каждой стороны. Это много. Это плохо. Сколько мамонт стоит? 2200? То есть я могу поставить только два мамонта, по сути, да? Я могу также... Буду управлять вот этим чуваком. Вот. Ну это читерская тактика. Если меня этот слон не убьет. Так-то по-хорошему это читерская тактика. Не надо до меня добрасывать. Ай, я промазал. А прикиньте, наши чуваки живые. Ай! Слон, не выеживайся, пожалуйста. На! По-моему, мы с ним вдвоем остались. Сейчас я тебя загарпунирую. А кто еще? Где ты? А, вот ты. Эй, эй. Он мертв? Где-то еще кто-то остался. О-о-о, осторожней. Неужели слон во... А кто еще остался? А я упаду, умру, да? Блин. Давайте еще раз. Мне понравилось. Кидайте! Копье в задницу. Опа! Вон второй слон. Надо обратить на него внимание, где он. Ребят, вы как, живые, не? Вон второй слон. Да блин, убейте вы уже этого чела! О, он сюда приехал. Я, похоже, последний, кто остался, да? Поставлю копье здесь. Ого! А вы друг друга бьете, нет? О-о-о-о-о-о-о, это опасно вообще-то, дружище, ты чё? Офигеть! Мечом! Ва! Выбил меня просто. Так, хорошо, ладно, побаловались. Нет, на самом деле это было чертовски весело. Побаловались и хватит.
Костяные маги. Давайте попробуем. Они, правда, друг друга сейчас поубивают. Давай, гаси их! Гаси! Ну да. Тут наши полномочия, все. А камнеметы? Стой. Попробуем так. Кто знает на самом деле? Ну тут они, кстати, смогли остановить, а тут нет. О, они даже мамонта сумели забодать. Я думал, что они не успеют освободиться. Так, ладно. Знаете, что я вам предлагаю? Давайте... тех же копейщиков, но раскидаем вот так вот. А я буду стоять на крыше, я буду главный копейщик. Да, если им сбить, во, идет гораздо лучше. Но копьем тебе! На, копьем тебе! Ой, блин, тут наших сминают. Убейте, убейте, убейте слона! Сам такой! Кидай! Есть! Так, а кто еще остался, кроме слона? Не попал. Ну, они там прячутся, это хорошо. То есть слону будет тяжелее их достать. Ну, как бы тяжелее. Блин, по-моему, я последний остался, да? Может, попадать будем, дружище? Серьезно, было бы прям неплохо. Да, знаю, что ху. Да, ну почему ж ты его перекидываешь-то? Ну, ну огромная такая туша, мишень, блин, на весь уровень. Это специально сделано? Так. Есть, я попадаю. Просто если мы вдвоем со слоном остались, то тогда тут дело решено. Я его сейчас забодаю. Все-таки это оказалась победная тактика, серьезно? Вот это? Чувак просто бивнем застрял. Как называется обратное от шашлыка? То есть шашлык — это когда ты на одну палку нанизываешь много кусков мяса. А здесь получается, ты много палок втыкаешь в один кусок мяса. Это ему дэмэдж вообще наносит, нет? Наверное. У него, по-моему, настолько густые волосы. Вот этот мамонт — это просто реклама шампуня, знаете. Если у вас будут настолько густые волосы, вас никогда не убьют. Сейчас посмотрим. Может, я как-то ему в хобот. О, оно освободилось. Оно идет ко мне. В жопу! Почти. Давай, давай, давай. Смотри, какая ляжка аппетитная. Давай копье туда. Хоба! Я победил!
Я думал, что это проигрыш. Это была очень странная победа. Очень странная и очень долгая победа. Я не понимаю, как это получилось. Так, щитовики. Щитовиков много. Ну, против щитовиков вот так вот. И, наверное, вот так вот. Попробуем. Давай, фас. На тебе камнем в лицо. Блин, слон позеленел. Опа! Гаси его! Они в слона камни кидают. Ладно. О, нет. О, да? Рыцарь. Рыцарь. Он со щитом. Это не очень хорошо. Хорошо то, что не очень хорошо. Ладно. Есть, он упал. Гасите его. Все, поехали. Учу! Вперед, ребят! А, есть, победа. Я не знаю как. Ну ладно, победа. Кто вы такие? О, это поушенселлеры, блин. Это вот прям вот эта вот печалька сейчас, знаете. Раз, два. Три. Мамонты просто послужили щитом. О, давай вламывайся. Давайте, чуваки, кто еще живые, пожалуйста, подходите. Есть, одного сняли. Есть, еще одного сняли. Ну все. Такачка. Мамонты просто послужили сейчас огромным таким щитом, красиво. Правда, они же затоптали половину моих копьеметов. Нет. Да? Да, это было быстро. Я пошутил. Проблема в том, что они прыгают, да, это тоже не пойдет. Они не попадают, мои ребята просто в них не попадают, потому что эти ребята прыгают. О! О, да ладно, затащили. Очень тоненько сейчас было, я что-то аж прям немножечко это... Минотавры, у них же тоже чардж атака, да? Ну давайте. Ну давайте. Мохнатые на мохнатых. Сейчас будет просто поединок века. Топчите их! Топчите бычар! Блин. Бычары затоптали наших. Да, ясно. Слоны это не выход. Слоны слоняются. Так, парочку щитовиков, чтобы затриггерить этих ребят. И попробуем их закидать. Ну, так себе тактика, конечно, но... Одного, двоих быков закидали. Троих, четверых. Нормально, вроде работает. Попадайте только, ребят. Вот, есть, нормально. Не знаю, копьеметчики это вообще... Блин, нет! Блин, просто нет!
сраный медведь. Но он взял и сделал себе еще и щит против всего этого. На тебе! Ёлки-палки! Просто в панике такой же! Посмотрите на это лицо. Он камень не вперед кидал, он его уже просто назад кидал. Это было сейчас просто... Ой, блин. Вальгауа. Ладно, кто поймет, тот поймет. Недостойный, недостойный. И одного щитовичка, пожалуйста. О! Сбивайте куриц! Нормально. Нет, ну серьезно, копейщики это прям имба, когда их много. Вот вам дают копейщиков и 5000 денег, и все. И просто все. Ой, там слон. Ой, там слон. Я слона не увидел-то. И щитовики это не очень хорошо. Но щитовики тоже какое-то определенное количество блочат, и потом их все равно сносят. Это не... Ай, это было больно, это я почувствовал. Шаманы, кстати, падают-то не... Чувак такой... Я туда не пойду, я залезу на самую вершину горы, я к ним не пойду, не надо, отпустите меня. Это просто эпично. А тут кто? Он не добрасывает, что ли? Серьезно? Он не добрасывает, да ладно тебе. Ёлки, ну это проигранный матч чисто поэтому. Давайте еще раз. Так что пусть он, пожалуйста, не зацепится там ни за что. На этот раз лучше, он все равно лезет наверх, но на этот раз его... Смотрите на это. Я не буду даже на бой смотреть, я буду смотреть на вот это. Бой, скорее всего, выигран. Что вот это такое? И как это проходить? Давай, чувак, спускайся, тебя уже ждут. Горец, блин. Где? Сраный танцор диска. Погоди, туда можно забраться как-то? Нет, прям серьезно, сюда можно забраться? Они забираются, они карабкаются. Давай, чувак, ты сможешь. Я хотел сказать, что я возьму под контроль первого. Я, наверное, возьму не под контроль первого, возьму под контроль второго, который сюда забирает. Отставший такой идет.
Погодите, вы меня забыли. Так, а как спуститься и не убиться? Есть инструкция? А, нормально, его убили. Это очень была странная катка. Очень. Так, ну, как бы 7000, ребят. Если чё. Сбивайте куриц! Да ну блин, ребята, ну! Сделаем из вас первую линию обороны. Чувак не дошел. Блин, ну их много, их слишком много. Они слишком быстро разносят нас. Ничего, мячиками кидаются с первых рядов. Да, согласен, тут эта тактика не срабатывает. Здесь нужно... А что здесь нужно? Здесь нужно вот так. И, наверное, вот так. Не разноси их! Блин, у меня осталось 4 чифтона против колесницы. Да, есть. Нормально, завалили. Кстати, довольно-таки неплохо. Колесница. Не, ну колесница... И у меня 1000. 2 чифтона. Колесница развалилась, нормально. Но этих ребят мы сейчас затычим. Вот это хороший кадр, прямо эпический такой. Мне понравилось. Кто вы? И зачем вы здесь? Бард? Это короли! Короля чардж есть? Я не помню. Гаси их! Блин. Бессмертные твари. О, барду убили наконец-то. Ну, знаете, возможно, еще есть шанс. Они там застряли. Я их просто забайтил к одному чуваку, которому невозможно достать. Ох ты ж, ё. Ну, хорошо. В принципе... В общем-то, вроде как... Нет! Весло убери свое от меня! Перезаряжайтесь скорее! Твари, заряжайтесь скорее! А еще бы вы не промахивались, цены бы вам не было!
Они в принципе... Нет, они в принципе их ваншотят-то, кстати. Они их в принципе ваншотят. Ну, этих... веслобрюхих. Мне нужно им больше дистанции купить. Нет, не ваншотят, не ваншотят. Хорошо. Нафиг эту страту. Значит, одного сюда, одного сюда. И чифтонов на добивание. И все. И должно сработать. Вот так они сбрасывают кораблики. Так они сбрасывают остальные кораблики. И все, мы сейчас приходим и просто их мочим. Стой, стой, стой! А кто у меня оставался? Двоих чифтонов сюда. Нет. Их слишком быстро убивают. Ну, моих в смысле. Не годится. Я даже слона поставить не могу, да? Да. Сюда протектора, сюда протектора. СС 940. Еще костяных магов. И все, теперь давайте по этому мясу прям. Бейте! Один остался! Два! Два! Бейте, бейте, бейте их! Есть! Да, это победа. Это эпичность. Это вот она зашкаливает. Кто ты, Валькирия? Недостойная, недостойная. А куда? Блин. На самом деле... я выиграл? Мне показалось, я проиграл, уже такой приготовился. Думаю, да-да-да, я сейчас скипну. Так, значит... Протектора сюда. Протектора сюда и протектора сюда. Это у нас... С этими ребятами мы разобрались. Ну и... Просто добиваем их потом. Хэть, хэть! Все, это было легко. Но на такие деньги... Че, серьезно прям? Ну, давайте, натыкивайте. Так попадайте, пожалуйста. Спасибо. Ну и все. Ну, да.
Нет, да? Блин. 1600, между прочим. Смогут ли 4 чифтона угомонить одного... Прилетел головой. Да, победа, нормально. Я не знаю, как у него этот чардж работает. Он просто как фигак и все. Так, это чуваки, которые... Ну, пробуем нашу обычную тактику, а потом смотрим, как что получится. Не, не получается. Валькирии слишком разносят мою обычную тактику. Всех нафиг. 4500. Это, ну, блин, на самом деле это немного-то, если чё. И вот так. Это была слишком дорогая приманка. Это хедбаттеры, что ли? Похоже на то. Да, это хедбаттеры, я их сразу не признал. Чуваку прилетело вообще ни за что. А куда вы идете? А кто... Ты живой-то там лежал, притворялся, что ли? Такой, не-не-не, я уже... У меня уже все нормально. Флот. И медведи. И вообще все плохо, да? И лучники. Ох ты ж я... Может, ты попадать будешь? Попадите в него! Есть. Кого тут еще осталось? Медведь? Ах, почти попал. Давайте, давайте, гасите его, ребят! Такой на крысу последний с крыши хедшотик. Я не знаю, но вот эта тактика, она стопудово рабочая. Просто берешь одного чувака и просто... Да. И все? Так, там, если что, Зевсы, ребят. Ой, вот это мне вообще не нравится. Вы знаете, что я обо всем этом думаю? Да, Зевсы мне не дадут провести мою обычную тактику, потому что они просто цепной молнией убивают вообще все. Я даже вражеского мамонта не убил, прикиньте. Офигеть просто.
Ух! Мочите Зевса! Блин, Зевсы просто уничтожают. Я ничего не могу сделать. Давайте еще раз попробуем, но, по-моему, нет. Смотрите, смотрите, что они делают. Просто за два выстрела. Нет, 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 я не то, я не это, я не про то. Как ты здесь оказался, дружище? Ёлки-палки, слон живучий, просто офигеть какой. Нет, да вы чё? Да я понимаю, что мне дали 10 тысяч, но это нереально. Это нереально. Пока я расправляюсь с армией, Зевсы просто все уничтожают. Ну, то есть реально, у них кто-то там спереди стоит, танкует, и Зевсы просто все уничтожают. Ну, ну так нельзя, люди, вы чё? Типа, да, я их вон сбил одного с ног. Только сбил с ног, не убил при том, смотрите. Это вообще просто что-то. Я не знаю, что с этим делать. Так, всех надо на передний план. Плохая идея, да? Валите Зевсов! Валите Зевсов! Блин, они одного завалили? А второго нет. Ну просто он успевает сделать много выстрелов. А тот все равно еще живой остается. Блин, ребят, вы чё, это нереально. Не разворачивайте все на этого сраного мамонта! Короче, мамонт просто собирает всех вокруг себя и... Я не знаю, это просто какой-то козец. А, так, погодите. Молния же в любом случае передается, да?
Попробуем разделить их на две группы. Ну и все. Погоди, 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 дружище. Если я этим читерством сейчас выиграю, а я могу, наверное. Это будет долго. Если я сейчас высунусь, ко мне же Зевс, это... Они же, по-моему, оба живые еще. Сам такой... Есть. Минус король. Нет. Блин, да он тогда чудом остался жив. Ха-ха-ха-ха, ачивка открыта! Серьезно? Он в меня достанет? Нет, серьезно, они так высоко умеют стрелять? Вроде нет. Так, значит... Ай. Чучело? Нет, ну... Ну как бы да. Почему он всегда выше стреляет? Это типа такая защита от читерства, что ли? Да, смотрите, он всегда стреляет выше. Блин, та каточка была просто практически идеальной. Харда Бёрден, да-да-да, чувак, я тоже про это думаю. Попал. Может, и в тебя попаду теперь? Нет, он специально, типа, выше стреляет. От Зевса прилетело. Погодите, это у нас... Это, случайно, не... Не последняя? Ну-ка, компания... Нет, не последняя. Не, ну, ребят, ну, как бы... Ребят, вы совсем парни, да?
Кидай. Насчет хи-хи-хи я с тобой, конечно, согласен. Черт. Как тут... Там типа в короля что-то прилетело, конечно. Король ежик, блин. Ай! А, знаете? Вот это сейчас было довольно неплохо на самом деле. Я бы, может, даже... Просто одного Зевса, по-моему, убили, второго придавили. Оп. Да не по своему же! Да. Слоном управлять практически нереально, кстати. Ну, тут наши полномочия все. Надо управлять слоном. И топтать Зевса. А, нет, я не то хотел. Давай, ходу! Я каждый раз нажимаю таб, чтобы выйти из управляемого режима, но нет. Да, вот так вот, дави Зевса. Ай, блин, они чифтонов офигеть как больно бьют. Они просто не доходят. Я тогда просто, блин, не знаю, как это делается. Ёпарасоте. Ну, 10 тысяч, как бы, да, дофига денег, но... Вали его! Вали его! Вот так вот! А, он уже сдох. Блин. Короче, да, ребят, я что-то...
Я не знаю. Нужно будет попробовать подзапариться, пройти этот уровень. Просто у нас уже время серии подходит к концу. Давайте тогда я немножечко попробую на следующие разы, когда будет выигрышная комбинация. Мы, наверное, начнем с этого. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.